Картина Юрия Юдина не впервые радует депутатов и гостей Тюменской областной думы. Но эта выставка особенная, как говорится, из Сибири с любовью. Это живописец, это график, который закончил Свердловское художественное училище и посвятил себя вот этому направлению, является и творческим человеком, и в то же время педагогом, растит очень хорошую смену. И, конечно, картины, ну, каждый художник отличается своими работами и тем, как излагает видение свое, и как представляет наш край. Поздравить коллегу с открытием выставки пришел художник Юрий Рыбьяков, работы которого украшали стены областной думы в октябре этого года. Он обратился как раз к нашему сибирскому пейзажу. И меня очень это радует, что он не какие-то там заграничные поездки там делает и пишет что-то, а вот именно свое, причем в колорите, в образе нашем сибирском пейзаже. На презентацию выставки Юрия Юдина пришли депутаты Тюменской областной думы Галина Шустова и Александр Крупин, а также руководитель аппарата областной думы Андрей Емельянов, друзья и коллеги художников. Этого дорогого стоит. И к нам в областную думу приходит очень много людей, и они испытывают по большому счету точно такие же чувства. И мне хочется вам пожелать новых творческих успехов, понимания того, что то, что вы делаете, на самом деле очень нужно, здоровья. И еще не один раз на этих стенах где-то вы пожелаете еще, чтобы люди видели ваши картины. Спасибо вам великое. Поклонники таланта надеются, что это не последняя выставка Юрия Дмитриевича, поэтому они с нетерпением будут ждать новых его работ. Валерия Тимофеева, Алексей Мойсов, Евразион ТВ.